Добрый день, друзья. Программа «Час» с Еленой Гордон. Я ее ведущая. И сегодня в студии гости Таня Меламед, Татьяна Меламед, певица, композитор. Добрый день. И Алик Кофман, скрипач-виртуоз. Спасибо. И кроме того, сегодня знаменательный день. В Израиле наступает, как говорят, праздник начинается. Более верного слова уже не знаю, какое подобрать. Праздник День независимости. Дело в том, что заканчивается один день, день памяти павших воинов Израиля и жертв катастрофы, и сразу следом за ним, как только в Израиле, вы знаете, каждый новый день начинается с заходом солнца. Вот заканчивается один день, и тут же начинается другой День независимости. Эти два дня идут рядом. Отмечаются они, как и все праздники в Израиле, по еврейскому календарю. Дело в том, что 5 ияра по еврейскому календарю 5708 года или 14 мая 1948 года была подписана Декларация независимости, провозглашена Бен-Гурионом, первым премьер-министром, о создании государства Израиль. И вот такие дни. День независимости. Израиль отмечает свою 71-ю годовщину со дня образования. Сегодня вечером в Израиле этот праздник уже наступил, а у нас вот он по нашему времени, здешнему, американскому, ну, получается, сегодня вечером. Сегодня вечером наступает, да, День независимости. Наступает День независимости, да. И мы сегодня с вами вместе. Совсем недавно мы были здесь, в этой студии. В какие праздничные дни? Песах? Наверное, да. Всегда попадаем под какие-то праздники. Да, но это не случайно, да. Очень рада вас сегодня здесь видеть. Спасибо. Да. И сегодня у нас будут звучать не записи в этой передаче, а... Сегодня все будет вживую. Вот такое настроение сегодня. Такое настроение, да. Хорошо. И хотелось бы услышать вас. Да, что... Во-первых, добрый день. Спасибо, что пригласили нас, Лена. Очень приятно быть с вами в студии. И очень приятно представить Алика Кофмана. И, вы знаете, в честь Дня независимости Израиля я бы хотела исполнить израильскую песню, которая относительно недавно вошла в мой репертуар. Лен, я думаю, что вы можете буквально, наверное, в нескольких словах рассказать, о чем поется в этой песне. Вот я сейчас впервые перед собой вижу, но... Я так понимаю, что общий смысл, что наш Бог сохранит... Сохранит Иерусалим и землю Израиля. Он всегда с нами, да. И этот завет, он существует во веки веков и будет вечен. Мне кажется, что сегодня это действительно очень актуальна, эта тематика, и будем надеяться, что действительно наша земля и наши люди будут жить, несмотря ни на что. Дай Бог. Дай Бог. Ам Исраэль Хай. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אם השם לא ישמעיר, שב שוק עד שוימר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אם השם לא ישמעיר, שפשוק עד שומר. הנה, הנה, לא ינום, לא ינום ולא ישן, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. הנה, הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אם השם לא ישמעיר, שב שוק עד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אם השם לא ישמעיר, שב
Спасибо, Таня. Спасибо, Алик. Спасибо большое. Готовясь к этой передаче, я вот кое-что для себя новое узнала о том, как все это происходило в далеком теперь уже, но 71 год тому назад это происходило, в 48-м году. Хотела с вами поделиться этим тоже. В пятницу, 14 мая 48-го года, в Тель-Авиве, в 16:00, в здании городского музея, располагавшегося в доме первого мэра города, мэра Дитингофа, на бульваре Ротшильда, председатель Народного совета Давид Бен-Гурион провозгласил создание еврейского государства, зачитав Декларацию независимости Израиля. Вот любопытные факты, связанные с этим событием. Торжественная церемония провозглашения государства состоялась за 8 часов до официального окончания британского мандата, чтобы не нарушать святость субботы. Место ее проведения было выбрано так, чтобы избежать религиозной или политической подоплеки, а также соблюдением секретности и предпочтением не самого заметного здания из опасений возможных провокаций или бомбежки вражеских арабских армий. Название для еврейского государства «Израиль» было предложено Бен-Гурионом, который в итоге настоял на выборе именно его из всех других вариантов: Иудея, Сион, Эрец Хаеврим и так далее. Мединат Исраэль – официальное название государства Израиль. Первой страной, признавшей Израиль де-факто, уже через 11 минут после прочтения декларации Бен-Гурионом, были Соединенные Штаты Америки. Первой страной, признавшей Израиль де-юре, 3 дня спустя был СССР. Уже на утро армии 5 арабских стран – Египта, Сирии, Трансиордании, Ливана и Ирака – вторглись на территорию государства Израиль. Война закончилась в первой половине 1949 года изгнанием вражеских армий, освобождением дополнительных областей и подписанием соглашений о прекращении огня со всеми интервентами, кроме Ирака. Из 37 человек, состоявших в Народном совете, лишь 25 подписали Декларацию независимости на том заседании. Еще 12 человек находились в это время в осажденном Иерусалиме и смогли поставить свою подпись лишь несколько недель спустя. Среди участников Народного совета было лишь 2 женщины, родившиеся в Киеве Голда Мейр, впоследствии 4-й премьер-министр Израиля, и активистка женского сионистского движения ВИЦО, уроженка Одессы Рахель Коэн Каган. Лишь 1 член Народного совета являлся уроженцем Эрец-Исраэль. Бехор Шалом Шитрит родился в Твери, в семье, прибывшей в страну из Марокко. 26 из 37, 70% подписавших Декларацию независимости, были уроженцами Российской империи. Самым молодым из подписавших был коммунист Мейер Вильнер, впоследствии глава Израильской коммунистической партии, которому на тот момент исполнилось 30 лет. Самым пожилым – один из основателей Тель-Авива, 82-летний Ильяху Берлин. Он подписал декларацию лишь спустя несколько недель, поскольку в тот день находился в осажденном Иерусалиме.
Церемония провозглашения государства записывалась на пленку и передавалась в прямом эфире радиостанции «Голос Израиля», для которой эта передача стала первой официальной трансляцией. Окончательный текст декларации был согласован лишь за час до начала церемонии. История о том, как его успели вовремя доставить к началу заседания, превратилась в своего рода городскую легенду, детали которой существенно меняются от версии к версии. Так, согласно одному из наиболее нейтральных описаний, доставить декларацию должен был секретарь Народного совета Зеев Шерф вместе со своей секретаршей Дорит Розен. Они не сумели поймать такси и обратились к постовому, чтобы тот остановил для них первую же попавшуюся машину. «Ты удостоился великой чести», — сказал шерф удивленному и явно испуганному водителю, «ведь в моих руках декларация независимости государства Израиль». Отъехав от полицейского, водитель признался, что испуган он был потому, что вел машину, не имея водительских прав. В хлопотах в первый лет становления военной суете страна не сумела сохранить артефакты, связанные со своим возникновением. Первоначальные магнитофонные ленты, на которые была записана церемония, истлели и стали непригодны для восстановления. Позолоченное перо, купленное накануне в тель-авивском канцелярском магазине секретаршей Народного совета и использованное для подписания декларации, утеряно, как и листочки с машинописным текстом, с которых Бен-Гурион зачитал декларацию. На пергамент они были перенесены уже потом. Сначала подписали пустой пергамент, подписи 37 стояли, а потом уже... А отпечатана сама декларация была на обычных машинописных листочках. Вот такие любопытные факты, с которыми я сама впервые вот познакомилась несколько дней тому назад. То есть записи не существует Бен-Гуриона? То есть в реальной записи не существует? Получается, что нет. Вот сказано, что записана была, но истлела. Да, не сохранили. Непростое было время, да, не позаботились об артефактах. Все спешили быстро организовать страну. Молодая страна, молодое государство. 71 год, ну что? Красивый возраст. Энтузиазм. Мира этой стране и процветания. Дай Бог. Здорово. Ну что, спасибо, друзья, мы сейчас, наверное, уже должны выйти на коротенький перерыв. Или и... есть еще две минутки сыграть перед тем, как? Есть? Две минутки найдем. Уйдем на вот этой веселой ноте. На вот этой веселой ноте. Посмотрим, какая она получится. Играем? Прошу. Играем, мальчик, скрипочку. Алекс берет в руки скрипку, а Таня, я вижу, гитару. Для тех, кто нас не видит, а только слышит. Музыку будем передавать жестами, да? Ну что ж, будем... Ну что, микрофон мне не нужен. В общем, мелодия, наверное, будет соответствовать событию и той радости, которая была в сердцах людей, когда они организовывали эту страну. А вот я думаю, что как раз будет соответствовать этой мелодии. Thank you.
обещанный перерыв на рекламу. Снова добрый день, друзья. Мы продолжаем. Сегодня в студии гости, певица, композитор, пианистка Татьяна Миломед и Алекс Кофман, скрипач-виртуоз. Добрый день еще раз. Скоро совсем добрый день. Наступает еще один праздник. В это воскресенье, 12 мая, День матери. Он отмечается в Америке с 1914 года, когда президент Удро Вильсон официально его учредил. И я знаю, что у вас очень интересная программа. Наверное, да, так. На самом деле мы готовим специальное шоу в это воскресенье, 12 мая, в уже известном для вас месте 210 Live. Это замечательный зал по адресу 210 Green Bay Road в Хайвуде. Там будет вечер, посвященный Дню Матери. В 7 часов вечера замечательные музыканты на сцене, атмосфера потрясающая в этом зале, музыка, песни, которые мы все любим и знаем, которые, я надеюсь, мы будем вместе петь, танцевать. Это можно провести замечательный вечер со своей семьей, со своими дорогими, любимыми мамами. И дай Бог им, нам, всем здоровья. И мы очень надеемся, что до скорой встречи в это воскресенье. И в этой программе на самом деле будет звучать разная музыка. Будет звучать как клейзмерские композиции в исполнении, как вы уже понимаете, Алика Кофмана, так и замечательная европейская музыка. Это песни из репертуара Шарля Азнавура, Ива Монтана, Джо Дассена, это песни итальянские, нами всеми любимые, это хорошее наше русское ретро, и не только. Так что вас ждет действительно удивительный вечер, который, вот, если, может быть, кто-то из вас был в прошлом году, мы праздновали День матери, был потрясающий вечер, где действительно царила атмосфера настоящего праздника, любви. И я очень надеюсь, что в этот раз мы получим не меньше удовольствия. Мы ждем вас в это воскресенье, 12 мая, в 210. А сейчас я бы хотела посвятить эту песню нашим мамам, нашим замечательным женщинам. И эту песню сочинил Булат Акуджава. Называется она «Ваше Величество, женщина». Микрофон. А тогда меня не будет слышно. Одно из двух. Я постараюсь громче. Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне. Ваше Величество, женщина, да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, Ваше Величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать. Ну, заходите, пожалуйста. Что ж на пороге стоять? Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век. Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век. Спасибо, Таня. Beautiful. Спасибо. Я знаю, что в этом концерте будет и специальный гость. Так это у вас да, называется. Да, будет специальный гость. Может, как я уже сказала, лучшие музыканты этого города участвуют, вот, как вы видите. Будет Али Кофман, будет Джим Кокс на контрабасе, будет Марк Понаровский на ударных. Но также будет специальный гость. А пусть это будет сюрпризом. Вот приходите, господа, и узнайте, кто же этот специальный гость, с которым мне большое удовольствие быть на одной сцене, особенно в Mother's Day, в День матери. А, Танечка, наверное, нужно сказать, когда это все начинается. Двери открыты в 5, между прочим, двери открыты в 5 часов. И, насколько я знаю, будет очень вкусно все, потому что там будет открытый буфет, можно будет брать... Да, открытый еды, буфет, салаты, где... Салаты, то есть, как бы, вы не беспокойтесь, вас накормят. Да, специально на этот праздник сделали специальное меню, гранд-буфет, который включает в себя десерт и... И интертеймент, программа. Очень важно еще. И сброшена специально в этот день, для этого Mother's Day, сброшена цена на вино
есть специальное вино, будет стоить $8 бокал. Это для меня разные. Это для Алика самая важная информация. Да, специальные цены на напитки, специально разработанное меню, потрясающая музыкальная программа, а самое главное — атмосфера настоящего праздника. Подарите его своим любимым, дорогим и единственным мамам. Леночка, если вы не против, я бы хотела исполнить вместе с Аликом на сей раз песню на идыш, которую я очень люблю. Как же я могу быть против? Называется эта песня «Шпил де фидл шпил». Играй, скрипач, играй. Этот «Шпил де фидл» только на поиске, ты видишь? Какое удивительное совпадение, ты помнишь, слушай, потрясающе. Да, но сначала на идыш, сначала на идыш. Spiel die Fiedel, spiel, spiel vor mir ein Liebeslied, nur du bist allein, wie er so ich fiel. Spiel die Fiedel, spiel, bis die Strune splatzen sich, nur du bist wussig viel, du spiel die Fiedel, spiel. Vor mir ein Liebeslied, nur du weißt allein, wie er so ich fiel. Spiel die Fiedel, spiel, bis die Strune splatzen sich, nur du weißt, was ich fiel. Du spiel die Fiedel, spiel, nur du weißt, was ich fiel. Du spiel die Fiedel, spiel. Браво. Браво, и спасибо. Спасибо. Вы знаете, удивительным образом сейчас песня, которую приготовила на эту передачу, вот «Шпил де фидл шпил» на идыш, которую сейчас исполнила, и буквально рядышком лежит песня, которая называется «Играй, скрипач, играй». Только эта песня — это старинная польская танго, которая была написана в 1935 году, а написала вот Эдом Эстон. Знаменитая старинная польская танго под таким же названием, как сейчас прозвучала песня на идыш, существует польская красивейшая танго, которая, я думаю, что мы с удовольствием с Аликом исполним для вас. Если вы не против, Леночка, да? Настроились слушать. Удовольствие. Graj skrzypku, graj przesalomno, swe serce daj i wrażeń moc. Niech skrzyp celkają, czarowne tango grają, za taką grę дам сердце свое, нех шип целкаем, чаровный танго граем, за таком гре, дам жице свое. Thank you.
дай скрипку грай, нех сплине в зал, слом души дай, нех танго грай, плыне спод смыка, чаровна та музыка, плыне до гвязд, ним шири час, плыне спод смыка, чаровна та музыка, плыне до гвязд, ним шири час. Браво! Спасибо! И у нас снова короткий перерыв, после которого мы возвращаемся через несколько минут. И мы снова здесь. Мои гости – Татьяна Миломед, певица, композитор. Певица, композитор. Добрый день! Добрый день! Это был «Легкий повтор» и Алекс Кофман. На музыке Шварца она нас слегка заглушала, да. Музыка Исаака Шварца заглушала нас слегка, поэтому повторяемся. Алекс Кофман или Алик. Скрипач-виртуоз. Рада, что у нас есть еще немного времени, и мы можем продолжить. Совсем скоро праздник Mother's Day, День мамы. Мы говорили об этом немного, что вас можно будет услышать. Вы называете это шоу или концертом. И он уже не первый, был прошлый такой, в прошлом году. Да, потрясающий был вечер в прошлом году, и мы планируем в этом году тоже доставить вам удовольствие, господа. В это воскресенье, 12 мая, в 7 часов вечера. В 5 часов буфет. Да, с 5 часов уже открываются двери. Вас ждет гранд-буфет и сладкий стол, и бэкграунд пиано-мьюзик. И потом в 7 часов уже начнется, собственно говоря, музыкальное шоу, где можно будет танцевать, можно будет петь, можно будет просто поздравить своих дорогих мам, получить удовольствие. А пока вы доставляете удовольствие радиослушателям, концерт только 12 числа, вот, продолжаем его получать. Да, да. Мне кажется, что этот праздник, вот тот праздник, о котором вы говорили в начале передачи, мы сегодня в Чикаго празднуем, не только мы в Чикаго. И все, мы в Чикаго и тоже. И мы в Чикаго празднуем День независимости Израиля, и одна из песен, которую мы подготовили на эту передачу, мы бы очень хотели ее исполнить. Это одна из моих любимых песен на иврите, традиционная шабатная песня. Шалом алейхем. Шалом алейхем, малахей ешарет, малахей эльон, ми мелех, מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי
Спасибо большое, Таня. Спасибо, Алекс. Алекс, что за инструмент был у вас сейчас в руках? Ой, это очень интересный инструмент. Это очень интересно. Он сделан из растения. Такой гурд называется. Даже не знаю, как по-русски. Он растет. Растет. Вот такой красивый инструментик. Видно, нет? Да. Он, это просто такое растение. Вот. Однажды на фестивале в Ханум парке, такой есть арт-фестиваль, и вот я увидел там такой артист, как бы человек, который мастер, делает такие инструменты, и я его прихватил. Удивительная вещь, он просто берет это растение, обрезает его и потом вставляет туда такую... Очень интересно. Получается то, что называется думбэк. Это такой ударный инструмент. Он очень используется часто в различных стилях музыки, но очень популярный Средний Восток. Да. Интересно, сейчас это прозвучало у вас вместе. Да, Алик у нас играет не только на скрипке. Да. Как мы видим. Я еще и стукач, ребята. Что прозвучит сейчас? Да, сейчас я бы хотела исполнить песню из репертуара Ивантана. Называется она «Апари». А я, наверное, меня не было слышно, да? Или было меня? А, было слышно. Так, вообще без микрофона уже будет петь. Как прекрасно в Париже, особенно если ты влюблен. А Пари. Quand un amour fleurit, ça fait pendre des semaines de coquilles, ce sourit de ce parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits légères, tournez fort les coquets avec le premier vent qui passe au front d'un chaland. Quand les vents, quand ils veillent de Paris, ne plus qu'en sont ceux-ci, c'est dans la main sardée d'un de la Bacardia de Paris. Le soleil qui est sauvé à capette, si de la fête, comme de gorgée, il se vend un gorgée d'un Paris. Et la main de l'âme, elle va s'en frapper, regardant un chemin si Paris a changé. À Paris, quand un amour fleurit, ça répond de des semaines de coquilles sur souris, de ce parce qu'elle s'aime. À Paris. Au printemps, sur les toits, les jours tournés fort, les coquets avec leurs premiers vents qui passent des ferrons nonchalants. Quand les vents, quand ils viennent de Paris, n'a plus qu'à se saisir dans l'homme, ça dédonne de l'homme, radio de Paris. Le soleil qui est sauvé à paix est aussi de la fête, comme dit au collégier, il se vend un gagué de Paris. Et la main de la main, elle va sans s'arraver, regardant le chemin si Paris a changé. À Paris, à Paris, à Paris. Спасибо. Как я вам благодарна, что вы пришли в студию сегодня с инструментами, что это не записи, а что вот это все так приятнее, звучит. Да, вживую. Да. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. У нас остается еще несколько минут. Да, и, наверное, перед тем, как мы исполним, наверное, заключительную песню в нашем сегодняшнем эфире, мы хотели еще раз напомнить нашей публике, что уже в это воскресенье, совсем скоро, 12 мая, как раз в день матери, когда мы поздравляем наших мам, мы ждем вас в воскресенье в 210 Live по адресу 210 Green Bay Road. Дверь открывается с 5 часов, будет гранд-буфет, а само шоу музыкально-танцевальное начинается в 7 часов вечера. Заказать билеты можно на сайте 210live.com или по телефону 847-433-0304. Ждем вас, господа, в это воскресенье. Или, конечно, можно всегда посмотреть на Фейсбуке, на твоей страничке. Да, на Фейсбуке можете найти Таню Меломед, подружиться со мной заодно, и вся информация об этом вечере, более полная информация со всеми нюансами и деталями будет выставлена. Ну что ж, господа, сейчас прозвучит песня, которую сочинил Джо Дассен. Я надеюсь, что мы ее споем все вместе. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie d'une de bonjour à n'importe qui, il se pour toi, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir à matin. Allons jeter, accompagner, on a chanté, on a dansé, allons n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. La 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 la. Спасибо большое, друзья, спасибо большое, гости. Сегодня у нас в передаче были Татьяна Меломед и Алик Кофман. И спасибо, благодарна вам. Да-да. Спасибо, Лен, нас видят и нас слышат в основном, да, поэтому можно и сказать. Да, и поклониться. И поклониться, и то, и другое, да. И увидеться совсем скоро, я надеюсь, в воскресенье, 12 мая. Отпраздновать мамин день. Приглашаем вас, 210. Лен, большое спасибо, что пригласили нас. Замечательное общение. Всегда спасибо очень вам большое. И очень рада. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Дорогие радиослушатели, хорошей вам доброй недели. До свидания. И до встречи. Всего до хорошего. До свидания.